Casadas. Привет, это «Про танцы», и я Маша Ранцева, руководитель танцевальной студии «Легенда» и танцевальной команды «The Legend Team». Сегодня самый романтический праздник, День Святого Валентина, и именно ему будет посвящен этот выпуск. Два танцевальных движения «Te amo» и «Love Song» учим и собираем в небольшую комбинацию под классный трек. Давайте начинать. Для начала делаем шаги, перенося вес с одной ноги на другую и сгибая коленки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И к этому немножко добавляем волну в корпус, я покажу боком. Переносим вес и идет небольшая волна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это основной кач, который используется в движении «Te amo». Далее выучим руки. Удар тыльной стороной ладони, удар самой ладонью. Прокручиваем руку около лица, кладем на плечо и медленно, касаясь пальцами корпуса, спускаем руку вниз. То же самое повторяем другой рукой. Тыльной стороной, ладонью, прокрутили около лица, положили на плечо и медленно спустили вниз. То же самое повторяем теперь двумя руками. Удар, ладонь, прокрутить, положить на плечи и медленно спустить. И теперь нужно наложить эти руки на грув, который мы проработали с вами ранее. Начнем с грува. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Двумя руками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Как вы заметили, с самого начала я ухожу как бы вниз и потом поднимаюсь вместе с руками наверх. Вот, наклон, да, вниз, немножко присесть, наклониться, раз, потом слегка поднимаемся, два, и совсем вырастаем, три, оставляя мягкие коленки и не теряя грув и волну. Поехали под музыку. Kiss you down by your waist. He treats you wrong. Wish I could show you love. Wish I could make you know it. Baby, you need to know it. Второе движение называется Love Song. Показываю бок. Мягкие коленки. Делаем кик ногой назад. Разворачиваемся за той же самой ногой. И делаем два шага. Шаг и согнуть. То же самое повторяем с другой ножки. Кик, разворот, шаг и согнуть. Самое главное оставлять мягкие коленки. Кик, шаг и согнуть. Кик, шаг и согнуть. Кик, шаг и согнуть. Разворачивайтесь за ногой, немножко поднимаясь наверх. Все остальное время вы внизу сидите на мягких коленках. И раз, и два. Это основная часть движения, теперь нужно добавить руки. Руки очень простые, мы поднимаем их наверх, и так же, как в первом движении, работая слегка пальцами, на четыре счета спускаем их вниз. И раз, два, три, четыре. Опять же, не забывайте добавлять волну. А раз, два, три, четыре. И ноги работают здесь точно так же, как в предыдущем движении, то есть мягко сгибая одно колено за другим. А раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это вторая часть движения. Соединим первую и вторую часть. Кик, шаг и шаг. Кик, шаг и шаг. И раз, два, три. И все заново. И шаг. И шаг. Руки поднять. Пять, шесть, семь, восемь. You love me like juju. You touch me, I know, no. Tonight we go late, yeah. I know you they see me. We make it look easy. Tonight you go have it your way. I'll make you go. Oh, oh, oh. You make me go. Oh, oh, oh. You know when I. Oh, oh, oh. You like when I. В этот день я желаю вам любви, приятных сюрпризов.
вызов и хорошим настроением. Танцуйте вместе с легендой. До встречи в новых выпусках. И мне будет очень приятно и интересно увидеть ваше видео с этими движениями ниже в комментариях. Присылайте, я буду очень ждать. Всем пока!